2024 год пройдет под управлением зеленого деревянного дракона, пятого из 12 животных восточного календаря. И как гласит одна очень красивая легенда, дракон стал в гороскопе пятым лишь потому, что в марафоне он спасал людей от жары и наводнения, а также сознательно уступил пальму первенства другим участникам этого мифического забега. Надеюсь, и нашему марафону это животное дракон принесет только счастье. Для символа года характерны следующие приоритеты: успех, удача, власть, лидерство, честь, благородство, ум и мышление. А еще дракон – это наиболее благополучный символ из всего восточного гороскопа. И, кстати, он единственный в нем мифический и самый могущественный персонаж. Кстати, дракон способен управлять дождем и ветром, влиять на урожай, нести миру процветание и благополучие. А вот по славянскому календарю этот год будет годом темного лося, который покровительствует открытием, карьерному росту, стабильности в общественной и личной жизни. Вот так вот. Все-таки Новый год – волшебное время. Согласен.